отсюда машина. Здравствуйте, а какая это марка автомобиля? Это, ну если перевести с немецкого на русский, спутник называется, а по-немецки это Трабант. 67-й год, ГДР. Слышал ГДРовский, да. Да, ну могли слышать. Приезжайте к нам фотографировать на Харьковский ретрослет через две недели. Ну, через недельку на выходные. Хорошо. Там будет, ну, я слышал, это ипподром, по-моему. За ипподромом. Да. Спасибо большое.